Хорошо, но твое понимание успешности через 10 лет, просто ты вот скажешь, что у меня то, что нужно есть, я считаю себя успешным человеком. Я не знаю. Я знаю точно, что мне нужно для успеха после истечения 10 лет. Господа, слушайте меня внимательно. Нужна серьезная компания, нужно много денег. И нужны подвязки обязательно в правительстве, чтобы пробиться туда наверх и испытывать вот эти все наслаждения от того, что, от того, чем ты занимаешься. И вся молодежь думает об этом. Вот это то, что вы спрашивали сейчас, вот, пойди сюда. Вот тебя именно об этом же спрашивали, да? И что ты ответил на этот вопрос? О чем? Какой вопрос? Про успех. Про успех. Быть успешным человеком, надо чего-то добиться. По тебе видно, то, что тебе мама, папа дает деньги на то, что ты был успешным человеком. Правильно? Да. Я вот работяга, обычный работяга, который занимается своим делом, который любит свое дело. Я зарабатываю свои деньги для себя. И ни мама, ни папа, отца у меня вообще нет. У меня еще возраст. То есть возраст у тебя не тот. В любой возраст можно заработать, дружище. А мне не нужен для успеха многого. Понимаешь? Я получил начальное образование. Я получаю какую-то сейчас заработную плату. И, в принципе, я становлюсь успешным человеком. Сейчас я повар в нормальной компании, занимаюсь нормальными делами. Ответственность, в принципе, если бы люди бы захотели бы что-то изменить, да, то они бы изменили бы. Они и правительство поставили уже на ступень ниже. Я их хочу поставить на ступень ниже, потому что какую ступень они сейчас занимают, мне кажется, это просто политическая какая-то игра. А я ни в какой партии не стою, у меня просто мировоззрение такое на все это. А мой секрет успеха очень простой. То есть я в течение 6 лет отсюда никуда не прыгаю, ни туда, ни сюда. Где бы мне ни предлагали бы лучше, я остаюсь на этом же месте. Я жду, пока вот эти вот мозголомы наши, очень думающие люди, они так считают, пока они мне успеха вот этого сделают, я жду его. То есть я не несу ответственность там, да, то, что из-за чего-то свои поступки. То есть просто если вот есть вопросы, я на них отвечаю. Если их нет, я на них не отвечаю. Представься, пожалуйста. Представься, Володя меня зовут.